Ребята, на минуточку представьте себе конец 2021 года, ну или начало 2022 года, когда уже будут ходить лайнеры, когда будут открыты границы, когда можно будет уже свободно перемещаться в разные страны. Представьте тот момент, ну представьте, просто возьмите, сделайте вдох-выдох и представьте. А теперь представьте, что вы заходите в кабинет, открываете, а у вас там много денег. У вас там много тех денег, которые вы можете воспользоваться и купить себе самое крутое путешествие. Самое крутое путешествие, самую классную каюту, самое крутое направление. Еще и плюс много разных фишек, штучек, так сказать, бонусов и так далее. Представляете? Хотелось бы вам такое. А знаете, что для этого нужно сделать? Для того, чтобы у вас был свой счет, чтобы у вас уже были готовые денежки, нужно просто их отложить. Можно их отложить в банке, ну там проценты фиговые. Можно отложить под подушку. Но, как правило, мы их можем потратить вообще не по назначению, да? Мы можем взять кредит, можем взять в долг и так далее. Но самое крутое, когда вы откроете свой накопительный счет в круизном клубе Incruises, и уже сегодня, да, можете накапливать каждый день по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, а потом у вас хоба, и такая большая сумма, которую вы знаете, как найдете. И никакие долги вам не страшны, никакие кредиты вам не страшны, и вы все равно отправитесь в путешествие. Вы не потратите деньги хрен знает куда. Поздравляю всех, кто находится в круизном клубе, у кого уже есть большие накопления и счета, они вам ой как пригодятся, и знакомые ой как захотят с вами тоже отправиться путешествовать. Но если вы все еще не в круизном клубе, если вы все еще думаете, если еще размышляетесь, ищете возможности, все-таки мечтаете путешествовать, связывайтесь со мной. Я вам помогу открыть этот счет, помогу делать, расскажу, как это все делает, как это все работает, а также вы еще получите очень много классных, приятных возможностей. Связывайся, связывайся, не стесняйся. Наконец, делай первый шаг. Там не страшно, там круто. Раскрываю вам секрет, сколько подключений вообще происходит в круизный клуб. Вот это все подключение. Это все подключение, и с каждым днем все больше и больше. То есть люди все больше и больше хотят связать себя с путешествиями. Ну, это же здорово.